Еще недавно на этом месте стояла заброшенная казарма. А уже сегодня специалисты доделывают последние штрихи в элитном жилье европейского уровня. Унитарное предприятие «Стройтехснаб» в 2006-м выкупило здание в Киселевичах. Теперь реализуют здесь долгосрочный инвестиционный проект по строительству долевого жилья. Ключи от первого дома по адресу Горелика 353 новоселы получат в ноябре. К слову, все 26 квартир уже выкупили. И это неудивительно. Внутри свободная планировка, жилая зона, большой санузел совмещенный, специально с местным для установки различных бытовых приборов, стиральная машина, посудомоечная. Ну и, европейский уровень – это квартира-студия. То есть совмещенная, можно совмещать обеденную зону с зоной отдыха и отдельно спальная. Высокие потолки, свободная планировка и индивидуальное парковочное место. Еще один реконструированный дом появится неподалеку от этого. К нему строители планируют приступить уже в ноябре. Здесь по проекту будет 24 квартиры. Помимо экологически чистого района, жильцам доступна вся инфраструктура. Рядом школа, детский сад, магазины, спорткомплекс, остановочные пункты общественного транспорта и кафе. Есть также преимущества, которого нет ни в одном доме. Уникальность объекта состоит в том, что он полностью автономный. Дом, не подключен к сетям теплоснабжения. Здесь полностью запитан, электроснабжением. Лежит два кабеля, основной резервный. То есть, человек имеет в своей квартире индивидуальный прибор отопления, и под своего желания в любой момент может включить отопление, выключить. Не зависит от графика отключения, выключения горячей воды, отопления. Стоимость квадратного метра в четырехэтажном доме, который будет сдан уже в июне, колеблется от 735 рублей до 800. А это значит, что двухкомнатная квартира обойдется приблизительно в 40 тысяч белорусских рублей. Покупателям также доступен кредит под выгодный процент. Предложение ограничено. Звонить по телефонам, которые вы видите на экранах. Мария Бересневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.